Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Внимание, комплименты, восторженные взгляды. Вот что делает женщину женщиной. Она выше поднимает голову, улыбается, нравится сама себе и становится еще привлекательнее. У женщин элегантного возраста есть огромное преимущество. Она знает свой стиль, знает свою цветовую гамму, не стесняется пробовать новых стильных образов. Осталось обратить внимание на несколько правил. Самое главное – продолжайте следить за модными тенденциями. Но следить не значит следовать. Выбирайте для себя то, что подходит именно вам. Это может быть актуальный цвет или стиль. В основном следуйте собственным ощущениям. Второе правило заключается в том, что выбирать нужно не ультрамодные, а классические вещи. Их очень легко комбинировать. Джинсы должны хорошо сидеть на талии. Если они широковаты в поясе, приобретите к ним стильный ремень. Приобретайте джинсы прямого кроя, они стильно и хорошо смотрятся с любой обувью и одеждой. Юбки – это абсолютно универсальная одежда. Выбирайте юбки с длиной до колена или чуточку ниже. Не стоит ограничивать себя черными и серыми. Приобретайте юбки с принтами или ярких расцветок. Кардиганы уместны в любое время года. Это может быть легкий, светлый или мягкий, теплый на прохладное время года. Элегантные брюки визуально делают фигуру стройнее. Особенно стильно брюки будут смотреться с шелковой блузой, но можно и сочетать с жакетом поверх футболки. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!